Данное видео создано при поддержке автомобильного портала Дром. Короче, вчера в отдел к нам пришла девушка. Вот, безбрежная Дарья Федоровна. Сказала, что 21 числа ты на нее напал в своем такси. Нет. А как было? Я вообще 21 числа не работал. Угу. Она просто в наглую сама запрыгнула в машину. Ну и как обычно, да? Ну, конечно. Ну все понятно. Я так и думал, бля. Да она в наглую к нему села. И че? Ну че, типичная истеричка решила довести работягу. Типичный здесь ты. Ни хера не хочешь делать и просто вешаешь ярлыки. Иди нормально разберись. Ты же видишь, я занят, а? Так, что было дальше? Ну а что дальше? Ну, девушка была сильно выпившая. Братан, все! Ну дальше можешь не рассказывать, мне все понятно. Я с похмелья был. С опохмелья ты был. Иди и нормально проведи допрос, хорошо? Дальше что было? Ну что дальше? Она попросила включить Аллегрову. Угу. Я думал, все уже понятно. Да мне-то понятно для протокола. У Аллегровой мнение оказалось. И началось. Ну, конечно. Ну, здесь понятно. Там Аллегрова замешана. Да ты думаешь, я не знаю? Пьяная женщина и Аллегрова — это неразлучная вещь. Так у него ее не было. И чё? И чё теперь, что не было? Ну, чё ты делаешь поспешные выводы? Ну, сходи нормально, допроси, а? Ну, ты можешь не мешать мне. Ну, у тебя не оказалось Аллегровой. Ну, тут посыпались оскорбления. Дальше. Очень жесткие оскорбления. Дальше. Что я импотент. Что я нихера не зарабатываю. Что я тряпка, говно, слезливая девчонка. Ну и тут ты... Да нет. Как нет? Сдержался кое-как. Ладно, она тебя оскорбила. Ты сдержался. Что дальше? Ну, судя по логике вещей, она начала его бить. И не надо ко мне приходить и говорить, что все понятно. Да? Да. Ну, он прав, она начала. Хлестала меня и хлестала, просто я вот так вот ставил блоки, она продолжала хлестать, вот, мочила мне руками, я вот так все время укрывался. Ну и тут понятно, ты... Нет. В смысле нет? Ты... Да мы за тебя, говори правду, тут любой мужик не выдержит. Я остановился и сказал, что дальше я ее не повезу, все. А она что? Она начала приставать. Классика, это классика. Ну что, мужики, по итогу на решетке или на шампурах? Она к нему приставала, тут все понятно, закрываем дело. Ничего ты не закрываешь. Если девушка пристает, это еще ничего вообще не значит. Ко мне знаешь, сколько девушек пристает? Иди работай, все. Сколько? 17! Я стойко выдержал все вообще приставания. Угу. И она начала кричать, что ты до нее домогался. Да. Да это классика, братан, здесь все понятно. Вот теперь все понятно. Ну и что ты лыбишься? Но она стала кричать, что он до нее домогается. Что-то совсем все предсказуемо. Даже я втащил. Ладно, иди дорабатывай. Ну все ж понятно. Иди дорабатывай. Ну, потом она начала кричать, что посадит меня. Начала рвать на себя одежду и колотить себя по лицу. И вот тут ты конкретно не сдержался. И решил защитить свое достоинство. Нет. Да как нет-то? Ну ты чё, говори правду, мы все за тебя! Я открыл дверь и убежал. Чё? Да он ее даже не трогал. Хера герой. Ну и нормально, ну все, закрывай дело, как и хотел. Нет. В смысле? Я теперь ее закрою, задачу ложных показаний. Я работать! Подкиньте огонька в комментариях. Лаванда, горная лаванда.